12 первоклашек сегодня переступили порог Хитогуровской средней школы. Радостные, нарядные, с букетами для первых учителей дети ждали знакомства. Сегодня они познакомятся с одноклассниками, с которыми дружно, бок о бок, будут познавать мир знаний. Торжественное мероприятие в честь начала учебного года началось с выноса государственного флага. Прозвучал гимн республики. Далее минутой молчания почтили память жертв Бесланской трагедии. Минута молчания. Новое кладбище, ровные холмики, белые саванны, горы людей, море цветов и игрушки у гробиков на вечную память для наших детей. Виновников торжества поприветствовал директор школы. В своем выступлении он отметил, что с каждым годом учащихся в Хитогуровской школе становится все больше, что не может не радовать. Учителям и ученикам хорошего учебного года пожелал и глава администрации Схимвальского района Вахтанг Мамитов и сообщил хорошие новости. Я хочу заверить вас, что руководство района отремонтирует спортзал. В ближайшее время во дворе школы мы установим детскую площадку. Сегодня поздравить первоклашек Хитогуровской школы собралось множество гостей. Вы – наше будущее, будущее нашей Родины. Вы закончите учебу, после получите профессию. Я думаю, из вас получатся хорошие специалисты. Праздник продолжился концертной программой. Я мальчишка, я уже читаю книжки, научусь писать, читать и смогу ученым стать. Уже большая, в школу я иду, взрослая такая, все сама могу. И большой красивый, мамочка была, чтобы в нем пятерки я домой носила. Далее прозвенел звонок на первый урок, и все радостно побежали в свои классы. Сима Техова, Рауль Кочьев, информационный выпуск «Сегодня».